Самара станет привлекательнее для абитуриентов из других регионов. Правительство области рассмотрит возможность 50% компенсации проезда для иногородних студентов. Может, если мы так сделаем, еще больше к нам приедут. Спасибо. А мы в этом заинтересованы. Вовсю заинтересованы. Поэтому посмотрим. Может, не все поездки, а в год несколько поездок. Ну, там, где каникулы или еще что-то, там праздники длинные. Вопросы у студентов были самые разнообразные. Говорили о необходимости поддержки баскетбольной команды и КВН-движения. Политеховцы также затронули вопрос о благоустройстве города, а в частности улицы Молодогвардейской, на которой располагается множество корпусов нового объединенного вуза. Хотелось бы выразить вам огромную благодарность за благоустройство нашего города и за строительство дорог. Планируете ли вы проводить комплексное благоустройство улицы Молодогвардейской? Планируем. И планируем, там уже рассматривались проекты. Более того, на этот год уже выделены деньги. И будем продолжим от фасада до фасада улицу-то полностью будем делать. Николай Меркушкин обратил внимание молодых людей на социально-экономическую ситуацию в регионе и политическую ситуацию на мировой арене. Он уверен, молодежи очень важно разбираться в происходящем, чтобы ориентироваться в постоянно меняющемся мире. Андрей Горгуленко, «События».